1 июня – разгар праздника. Дети сотрудников исполнительного аппарата МСС Сибири в День защиты детей традиционно отправились на экскурсию. Программа оказалась насыщенной. Первый пункт – посещение подстанции Дивногорская. Там ребята побывали в здании главного щита управления и, надев каски, прошлись по территории АРУ. Затем всех ждала поездка на Красноярскую ГЭС, одно из самых красивых мест в окрестностях города. Там ребята узнали массу нового о том, откуда берется электричество и как потом оно по проводам поступает в дома. Третья остановка большого первоиюньского путешествия – смотровая площадка со знаменитой Астафьевской «Царь-рыбой». Еще одна важная достопримечательность Красноярска. Здесь детей ждало чаепитие и веселые конкурсы. Мы ездили на электростанцию выше города Дивногорска, где узнали, какие станции вырабатывают сколько энергии, ну, от чего зависит наш свет, связь. То есть узнали, чем занимаются наши родители. Ну, сколько строили, как строили. Почему ее именно там мы решили построить, гидроэлектростанцию? Потому что была самая узкая точка Енисея, вот что там был гранит. Впечатлила подстанция очень. Праздники с экскурсиями для детей прошли и на предприятиях МСС Сибири. Так, в Томске дети отправились на подстанцию «Восточная», где буквально прикоснулись к сложному энергооборудованию и очень переживали за легендарного Гошу, которого специально для ребят реанимировали сотрудники подстанции. А в Хакасии детям в честь праздника позволили пошалить. Ребята не стали ждать повторного приглашения и тут же забрались на вездеход. Покрутили руль у трикола и посмотрели, как устроен бригадный автомобиль-дом для монтеров, работающих в тайге. В МСС Сибири традиция приглашать детей на энергообъекты появилась более 3 лет назад. Так ребята знакомятся с работой своих родителей, играя, получают новые знания, кучу впечатлений, небольшие сувениры на память и просто хорошее настроение. Раз, два, ура! Людмила Гамжунова, Москва, ТВ, Сибирь.